но в самые холодные времена идет до конца мая. Но вы знаете, что в этом году у нас была очень сложная ситуация, связанная с пандемией ковида, и были ограничения, и нам запретили, и абсолютно правильно в целях безопасности, проводить фестиваль в мае. Корюшка ушла, настроение осталось, и, честно говоря, нам настолько понравился первый фестиваль, в том числе членам правительства Ленинградской области, что мы собрались и решили, нет, назло ковиду, назло плохому настроению, мы все-таки фестиваль проведем. Пусть не в мае, но, по крайней мере, успеем его провести до конца лета, и мы сегодня организовали этот фестиваль. Я прошел по торговым рядам, спросил у ребят и девчат, которые торгуют продукцией, как торговля, потому что торговля – это первый показатель, какое настроение на фестивале. Сказали, давно такой хорошей торговли не было. Это здорово. Ну а самое главное, что для меня этот фестиваль – это возможность правильно вложить и своевременно вложить бюджетные деньги в развитие города Новая Ладога. Старый город заслуживает внимания, но, к сожалению, последние десятилетия, к сожалению, город был в забвении. И вы видите, что очень много памятников архитектуры, культуры, храмы, церкви, да просто и благоустройство требует приложения усилий. Хочу сказать, что после первого фестиваля уже много что сделано, достаточно пройтись по набережной, посмотреть, достаточно посмотреть на то, что мы сегодня, кстати, возродили фестиваль Суворова, еще один фестиваль будем здесь проводить, мы как раз разведем, в мае будет фестиваль Корюшка, в августе будет фестиваль Суворова, это все как раз делается для того, чтобы развивать Новую Ладогу и привлекать сюда туристов. Я хочу сказать, что для нас очень важно, для Ленинградской области, чтобы мы, рыбный край, возродились и стали таким рыбным краем. Вы, наверное, удивитесь, но мы уже третьи в России по объему продажи свежей рыбы. Это форель, лосось и другая благородная рыба. Вот вроде так прошло небольшой промежуток времени, 5 лет, а уже третьи в России. А самое главное, все больше и больше молодых фермеров выращивают очень хорошую свежую рыбу, продукцию, которую, кстати, вы могли здесь попробовать. Приходят, рискуют и занимаются хорошим делом. Кстати, не просто рискуют, этот риск покрывается частично бюджетом правительства Ленинградской области. У нас действует целая программа поддержки рыбных крестьянских фермерских хозяйств. Я хочу всем пожелать сегодня на фестивале, наверное, самого главного, что мы желаем друг другу последние 4 месяца здоровья, здоровья, еще раз здоровья, хорошего настроения. И несмотря ни на что, Корюшка идет. С праздником, с фестивалем!